Зовут меня Гладких Олег. Назван в честь Олега, отца моего. Надо было срочно просто расти как-то, духовно, развиваться. Вот, ну и плюс еще понятие силы. Когда с того, что происходит, надо с этим разобраться, как-то, ну, идти дальше. Я человек, я развиваюсь, я думаю, депрессия. Когда депрессия, я лежу. Вот, не пытаюсь бороться с собой. Я просто пытаюсь понять, что, почему так со мной происходит. Как только я понимаю, мне становится легче. Как только мне становится легче, депрессия проходит сама. Никто к йоге просто так не приходит. Ну, типа, нравится. Там есть более глубокий смысл всегда. Я практикую, чтобы быть физически здоровым. Йога мне как инструмент, как лопата, помогает просто правильно копать. И все. Олег Гладких никого ничему не научит. Он всего лишь проводник. На йоге я практикую со студентами, да. Я просто рассказываю все мои знания, которые я, ну, чувствую, получаю там. Я стараюсь не вмешиваться в естественный процесс. Главная задача – не навредить. Не ломайте жизнь ради достижения цели для кого-то. Есть очень простое высказывание. Не моя воля, но твоя воля. Обдумывайте. Чувствуйте и обдумывайте. Ну, созидайте сердце и мозг одновременно. Вот. Для меня это была самая большая проблема.